Всем привет, друзья, это канал Масалим. В работе у нас Toyota Camry 70-й кузов. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию. Салон мы разобрали, краткий обзор. Так выглядит разобран пол в багажнике. Видите, в нише запасного колеса такая вот звезда вибропласта. Арки с левой стороны такой квадрат, с правой также. Это в автомобиле самые шумные места. Задние крылья голые. Крышка багажника. Ни единого куска ни шума, ни виброизоляции нет. Смотрим, что у нас в дверях. Задние двери. Такой вот кусочек вибры. Слышите, как звенит металл. Передние двери то же самое. Нижняя часть. Кусок вибры. Пол. Ну, пол в салоне более-менее вибры пролили. Потолок. Видите, какая большая площадь. Ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Сейчас готовим поверхности и приступаем клеить первый слой вибропласта.